О ходе строительства детских садов говорили на выездном совещании руководителя районной администрации. На встрече с подрядчиками обсуждались недоделки, которые рабочим необходимо устранить в кратчайшие сроки, чтобы ввести объекты в эксплуатацию. Детский сад на 240 мест с бассейном в Медвежьих озерах фактически готов, однако здесь еще предстоит ликвидировать ряд недостатков. Мы пригласили сюда всех будущих работников, воспитателей, в том числе и пригласили сюда хозяйственное управление, комитет по образованию. Они еще раз отдефектовали весь детский садик. Соответственно, на каждой комнате висит дефектная ведомость. И после того, как все-таки устранятся эти недостатки, тогда будем открывать. Дети должны приходить в готовый садик, там где нет недостатка. Близится к завершению возведение общежития для медиков в новом городке. В 40 комнатах будут проживать врачи, столь необходимые Щелковскому району. Здесь уже устанавливают мебель, монтируют сантехнику. Подготовить объект сдачи планируют уже в ближайшее время. Списки будущих жильцов сейчас составляют главврачи щелковских больниц. И в завершении на эко-аэросталкер. На межрайонных очистных сооружениях проходит реконструкция. Алексей Валов осмотрел новое воздуходувное оборудование, а также проверил работу системы очистки воды. Результатом остался доволен. Качество воды на стоках удовлетворительное. Это подтверждают и местные рыбаки. Большой сделал объем работ по модернизации реконструкции очистных сооружений. Конечно, еще впереди много надо сделать. Но, тем не менее, мы видим, какой выход. Если наши уважаемые жители вспомнят то, что здесь было раньше, и то, что сейчас, конечно, отличается коренным образом. Дарья Заснегова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».